Привет, ты на канале о бизнесе. Сегодня мы расскажем тебе, как запустить бизнес за неделю и зарабатывать от 4500 рублей в день чистыми, не прилагая особых усилий. Если ты давно хотел начать свое дело и иметь пассивный доход, ставь лайк этому видео и смотри его до конца, чтобы узнать, что мы для тебя приготовили. И не забывай подписываться на канал, мы постоянно делимся разными идеями, товарами и стартапами. Будет полезно! Рассказывая о бизнес-идеях, мы не могли обойти стороной компанию Пари, являющуюся ярким примером успешного бизнеса. Всего за один год компания Пари заняла лидирующие позиции на рынке, сделав акцент на новый технологичный сервис, инновационное приложение и лучшие условия для клиента. Если вы увлекаетесь спортивными событиями, то наш партнер Пари предоставляет 1000 рублей при регистрации по ссылке в закрепленном комментарии. А мы продолжаем. Теперь мы расскажем тебе, как сделать прибыльный бизнес за 7 дней. Когда в нашу жизнь пришел ковид, бизнесмены поняли, что нужно автоматизировать процессы и внедрять новые технологии. Так появились бесконтактные доставки, покупки на маркетплейсах вышли на новый уровень, а в сфере онлайн-услуг нас стали обслуживать боты. Чем полезна автоматизация процессов? Мы исключаем человеческий фактор там, где его можно исключить. Можем работать в период локдаунов и прочих неприятностей. А самое главное, можем снизить себестоимость услуг и товаров и увеличить чистую прибыль. Поэтому логично делать ставку на пассивный бизнес, в котором тебе нужен будет минимум сотрудников. А для этого идеально подойдет вендинговый аппарат, который продает не просто кофе или снеки, а делает вкусную, манящую, пушистую сахарную вату. К тому же у такого аппарата хорошая чистая прибыль по сравнению с обычной точкой по производству сахарной ваты. И это дело реально запустить за 7 дней, если приложить все усилия. В первый день тебе нужно составить подробный бизнес-план, в котором будет полное исследование рынка, портрет целевой аудитории, анализ рисков и возможностей, смета и список необходимых поставщиков и подрядчиков. Во второй день отправляйся выбирать вендинговый аппарат и заключать договор. На основании бизнес-плана ты уже будешь понимать свой бюджет и сможешь выбрать подходящую для себя модель. На третий день ты будешь договариваться с владельцами помещений об аренде. На этом этапе стоит выбирать самый выгодный вариант с большой проходимостью и подходящей для твоих целей аудиторией. Для продажи сладкой ваты идеально подойдут торговые и детские центры, парки и пляжи. На четвертый день у тебя назначены 7 кругов государственных структур. Тебе нужно будет зарегистрировать свой бизнес и получить все необходимые лицензии и разрешения. Пятый день поможет тебе восстановиться после четвертого дня. Тебе нужно будет найти поставщиков и закупить достаточное количество ингредиентов и материалов для производства сахарной ваты. Шестой день позволит тебе поиграть со шрифтами. Сегодня ты будешь работать с дизайнером и создавать материалы, которыми привлечешь к своему аппарату еще больше клиентов и прорекламируешь свой продукт. Седьмой день будет самым насыщенным, ведь ты перережешь ленточку и запустишь свой вендинговый аппарат с сахарной ватой. Заранее составь для себя список дел, чтобы в суматохе не забыть о самом главном. Проверь, как работает оплата, протестируй продукт и посмотри, чтобы хватило всех запасов. Но и после того, как твой аппарат заработает, расслабляться не стоит. Впереди у тебя еще много дел. Клиенты не всегда бывают аккуратны с техникой, поэтому тебе нужен человек, который будет обслуживать аппарат. Ты можешь заранее договориться с охраной или продавцами из близлежащих магазинов, чтобы они за небольшую плату или бесплатные порции сахарной ваты приглядывали за твоим сокровищем и сообщали тебе о всех поломках. А что же выходит по деньгам? Прибыль будет такой же сладкой, как и твой продукт. Стоимость вендингового аппарата с сахарной ватой варьируется от 350 до 850 тысяч рублей. Ну а купить затраты ты сможешь в среднем за 10-11 месяцев. Если обычная точка с улыбчивой тетечкой, наматывающей сахарную вату на палочку, приносит чистыми около 700 рублей в день, то вендинговый аппарат способен на большее. В день он поднимает от 4500 рублей. И это не предел, ведь все зависит от его расположения. Например, кинотеатры и салоны красоты не дают такую большую выручку – около 1000-2000 тысяч. А вот аэропорты, детские центры и фудкорты могут приносить до 5000 в день. Таким образом, ты можешь быстро запустить вендинговый бизнес и получать в месяц от 130 тысяч рублей чистой прибыли. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!